В Кустанае прошла ярмарка вакансий для выпускников колледжей и вузов области. Работу студентам старших курсов предлагают около 40 предприятий и организаций, среди которых представители как государственных учреждений, так и бизнеса. Подробности в следующем материале. Ежегодная ярмарка вакансий собрала около 900 студентов из различных колледжей и вузов Кустанайской области. Предоставить рабочие места с хорошими условиями труда и полным социальным пакетом готовы не только государственные учреждения, но и крупные предприятия сельскохозяйственной, финансовой, автопромышленной и других отраслей. Цель данного мероприятия – это оказание содействия или создание условий для выпускников и студентов старших курсов, выпускных курсов, для прохождения практики и трудоустройства. То есть работодатель получает во время мероприятия, работодатель знакомится со студентами, приглашает к себе на практику и в ходе уже дальнейшего прохождения практики может оставить себе для трудоустройства этого выпускника. Что получает для себя студент? Из множества предприятий, которые сегодня приглашены, они выбирают то, что подходит ему, по его возможностям, по его способностям, по его амбициям. В числе тех, кто предлагает возможности трудоустройства, департамент по чрезвычайным ситуациям. Пополнить ряды спасателей можно при наличии военного билета. Привилегий, что дает данная структура, немало, говорят специалисты. На сегодняшний момент в городе Кустанай планируется открытие второго спасательного батальона воинской части МЧС города Караганды. В связи с чем мы набираем военнослужащих данную службу, то есть обязательно наличие военного билета, наши привилегии, то есть что мы можем дать данному человеку, который нам придет на службу. Это зарплата от 120 тысяч, которая ежегодно будет расти, весь социальный пакет, который предусмотрен для военнослужащих. Кроме того, у нас в обязательном порядке оплачиваются квартирные на одного члена семьи 44 тысячи. И мы в обязательном порядке обеспечим в будущем, получается, данного человека работой и достойной оплатой. Специальность, которую получает Айнагуль Алиева, связана с железнодорожными перевозками. Сфера непростая, говорит студентка колледжа, однако очень интересная и требующая ответственности и внимательности. Пришла на ярмарку, чтобы узнать о вакансии, которую я могла бы себе найти. После окончания учебы здесь есть различные банки, предприятия. Все очень хорошо, положительные эмоции. Я рассмотрела несколько вакансий, мне понравились банки и предприятия, где есть пути. Потому что я как на ЖД обучаюсь, и это очень важно. Ярмарку вакансий организаторы планируют проводить и дальше. Они уверены, данное мероприятие выступает диалоговой площадкой между работодателями и соискателями, а также дает возможность будущим специалистам выбрать место, где они смогут развивать свои профессиональные качества и в дальнейшем подниматься по карьерной лестнице. Алмажан Аманкельдинова, Олег Сытник, телеканал Кустанай.